Приветствую вас всех, друзья. На связи с вами Владимир Медведев, проект Elite InfoDisk. И я бы вам хотел сообщить хорошую новость с этого дня, то есть с этого обзора, все последующие наши обзоры и проверки мы будем проводить в лайв-режиме, то есть вживую, и вы сможете воочию наблюдать, каким именно образом вас пытаются надурить те или иные мошеннические сайты, а также своими глазами наблюдать, какие результаты приносят методики, которые на нашем сайте находятся в разделе проверенных и которые мы рекомендуем вам. В этом обзоре у нас система некого Валентина Ерехина, которая рекламируется мошенниками через некий сервис «Инфообзор», который якобы занимается обзором разнообразных продуктов, не их проверкой. Почему якобы? Потому что из рекомендуемых товаров на данном сервисе есть только один единственный, это система Валентина Ерохина, собственно, которую они рекламируют и выдают за якобы рабочую, и больше совершенно ничего. Этот сайт выполнен в стиле блога, здесь можно хотя бы почитать о проекте, список мошенников, ну и здесь также идет одна просто страничка, на которой размещено огромное количество названий разнообразных курсов и, по сути, совершенно ничего. А самое главное, что здесь в конце написано, что сайту уже несколько лет, хотя по факту мы его проверили, и, как оказалось, данному сайту, то есть данному домену, всего 3 дня от роду. Также за эти 3 дня уже появился первый отзыв, который, как вы видите сами, говорит о том, что данный сайт мошеннический. Предлагают нам на данном сайте воспользоваться, как мы уже говорили, системой некого Валентина Ерехина. И, собственно, перенаправляют из этой статьи нас на вот этот вот сайт. Это видео. На сайте Валентина вас сразу же встречает видео, в котором рассказывается и показывается, как он якобы зарабатывает деньги на связке нескольких сервисов. Также можете здесь почитать историю о нем, которая наверняка вообще просто придумана этими мошенниками, которые создавали данный сервис. Ну и далее вам здесь предлагается описание, которое просто сделано для того, чтобы сбить вас с толку. И предлагается за 150 рублей приобрести некий инвайт-код, после которого вы сможете точно так же, как и Валентин Ерехин, начать зарабатывать от 5000 рублей в день и даже выше. Здесь он дает гарантию качества и возврата и гарантирует, что любой человек, который даже недавно сел за компьютер, сможет заработать 5000 рублей уже сегодня. Это всего лишь 150 рублей после оплаты этого инвайт-кода. Что ж, давайте нажмем «Оплатить инвайт-код». И нас перекидывают на страничку оплаты. Оплата принимается через сервис epay.tv, который просто сменил домен, и теперь данный домен на оплату называется epay.money. Но не суть важна. Чуть позже в каталоге мы найдем автора данного курса. А сейчас поставим видео на коротенькую паузу, введем данные и оплатим данный инвайт-код для того, чтобы вы посмотрели, что произойдет после. Что ж, мы произвели оплату инвайт-кода, и нам сервис epay.tv выдает вот такую вот ссылку. Здравствуйте! В этом видео я покажу вам На которой Ерехин, в чем я очень сильно сомневаюсь, потому что голос в данном видео не похож на голос 54-летнего мужчины, обучает нас, как зарабатывать деньги на связке из двух сервисов. Здесь нам выдают обещанный инвайт-код и 2 сервиса для заработка. На одном сайте мы будем брать ссылки, а на втором как бы покупать трафик. Но оба этих сайта совершенно свежие и принадлежат тому же автору, которому принадлежит и сайт Ерехина, и, собственно, блог «Инфообзор». Что ж, давайте посмотрим, как именно работает данный лохотрон и почему он, собственно, не принесет никакой обещанной прибыли. Для этого перейдем сначала на сайт для заработка. Этот сайт якобы платит до 5000 рублей за 1000 подтвержденных переходов, которые мы, соответственно, будем брать на втором сервисе, который выдает Валентин Ерехин. Что ж, скопируем наш инвайт-код.
Ставим его здесь. Придумаем логин. Ну, также придумаем как пароль. И нажмем начать зарабатывать. При регистрации нам здесь сразу же дают 300 рублей, но вывести их не можем, поскольку минимум якобы составляет 2500 рублей. А для того, чтобы зарабатывать, нам нужно получать переходы по данным вот ссылкам, которые здесь размещены. Для того, чтобы получать эти переходы, переходим на второй сервис, который нам рекомендует Валентин в своем курсе. Открываем сайт, переходим на него. И здесь кликаем «Я хочу посетителей к себе на сайт». При этом регистрации никакой не проходит. И вам каким-то образом сразу же предлагают создать рекламную кампанию, не зная ни вашего почтового ящика, ни вашего имени, ни, собственно, вообще никакой контактной информации, ни, собственно, вопроса, каким образом вы потом будете попадать в свой рабочий кабинет. Ну да ладно, выбираем тизеры, как рекомендует Валентин, и баннеры жмем далее. Здесь теперь адрес сайта нам нужно вписать. Категория здесь заработок у нас идет. Итак, адрес сайта мы вставляем самый первый. Возьмем вот эту ссылку. Копируем адрес ссылки. Ставим ее. И ключевые слова здесь простые. Это заработок в интернете. Регион поставим, конечно же, Россия, поскольку здесь якобы нам по 3 рубля готовы платить за один уникальный целевой переход. И жмем далее. Теперь нас перекидывают на вот такую вот форму оплаты, в которой за 600, 1000 рублей или 1500 рублей вас еще раз попытаются обмануть. Ну, допустим, давайте нажмем заказать. И вас обратно же перекидывает на сервис epay.tv, на котором и производится оплата данного пакета, который якобы принесет 1000 переходов, за которые мы, соответственно, выручить должны в данном кабинете как минимум 3000 рублей, потому что здесь описано, что за один уникальный целевой переход нам платят по 3 рубля. Ну да ладно. Давайте обратно же мы поставим запись данного видео на паузу, произведем оплату данного пакета по тарифу базовый. Далее вы посмотрите, что вас после всего этого ожидает. Итак, мы произвели оплату базового тарифа, нам предоставили вот такую вот ссылочку, переходим по ней. И здесь теперь нам сообщают, что нам нужно активировать заказ, созданный нами ранее на этом сайте. Рекламируемый сайт мы обратно указываем вот этот вот, который брали изначально. Берем ссылку. Вставляем ее. Номер заказа. Копируем номер заказа. Также его вставляем. И нажимаем кнопку «Активировать». Наша заявка принята и будет рассмотрена в ближайшее время. Как утверждает данный сервис, модерация занимает от 30 минут до 3 часов в зависимости от нагруженности модераторов. Что ж, давайте обратно приостановим запись данного видео и продолжим ее даже не через 3 часа, а через 24 часа, для того, чтобы посмотреть, что имеется здесь в личном кабинете и вообще работает ли данная система. Прошло уже чуть больше 24 часов. И у нас в личном кабинете на сервисе MoneyLinks, как было 301 рубль, кстати, 1 рубль, вероятно, начисляют для того, чтобы создалась видимость, что что-то хоть как-то работает. Так, собственно, и осталось. То есть вся система, описанная Валентином Ерехиным и продаваемый им инвайт, просто не работает. И его сайт, и сайт «Инфообзор», и два предлагаемые сервиса, то есть MoneyLinks и второй по получению трафика, являются мошенническими и принадлежат одному и тому же человеку. Мы его разыскали на сервисе epay.tv. Автор данных всех сайтов
находится здесь под логином Focus Group. И вот, как вы можете видеть, он принимает оплату инвайт-кода. Вот, собственно, он перекидывает на созданный им блок инфообзор. И он же принимает и остальные оплаты. Вот оплата тарифа бизнес, оплата тарифа люкс. И вот оплата тарифа базовый, который, например, с вами оплачивали мы. Вот данные тарифы. И наш сразу же перекидывает на этот сайт Fast Traffic. В общем, все это является очень продуманным лохотроном, поэтому даже не думайте ничего оплачивать на сайте Валентина Ерехина и на предлагаемых им сайтах, оплачивать какие-либо тарифы для получения так называемого трафика, поскольку вы просто зря потратите свои деньги и вас попросту обманут. На этом наш первый обзор завершен. Вы можете посмотреть сайт данного мошенника в описании под данным видео. Там же вы можете подписаться на нашу рассылку для того, чтобы получать подобные обзоры прямиком на свой почтовый ящик. А также рекомендуем вам ознакомиться с нашим разделом проверенных методов для заработка, для того, чтобы зарабатывать не какие-то фантики на мошеннических сайтах, а реальные деньги из интернета. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Владимир Медведев, проект Elite InfoBiz. Всем хорошего дня, до встречи и пока-пока.